Нажмите в любом месте, чтобы начать. Стандартная надпись, которую мы с вами видим каждый раз, когда заходим в эту игру. Добро пожаловать, YouTube! Меня зовут Кинетик, и это у нас с вами игра Файрия. Красивая такая, милая, няшная, карточная стратегия. Мы с вами проходим одиночные миссии, выполняем ежедневные задания, которые нам выдают. Так, используйте 20 нейтральных карт. Это мы получили вчера, давайте выполнять. Погоди, что еще? А сыграйте один режим игры. Сыграйте одну игру в режиме битвы. Я сказал то, что мы посмотрим в этот раз. Ладно, давайте одно посмотрим, что это такое. Добро пожаловать в режим битвы. В верхней части экрана вы можете переключиться между рейтингом битвы и обычной. Давайте-ка, ну-ка, нафиг обычную с вами сыграем, посмотрим, что это такое и к чему. Просто ради заданий. Я понимаю то, что это, наверное, против другого игрока. Мы сейчас будем сражаться, и он нас, наверное, одолеет, потому что мы сражались только против компьютера. Но все бывает в первый раз. Посмотреть-то разочек можно. Так, я не знаю, сколько у нас будет идти подбор противника. Давайте, когда мы его найдем, мы с вами увидимся. Как ни странно, вроде бы не очень долго. Там 30 с чем-то секунд. 31 или 32. Кинетик против Dead Space. Чувак у нас, походу, заказывал коллекционку или как его там... Так, Ревоксок... Не-не-не-не, дружище, это давай... Это... Вот все три поменяем. Нам вердронская сила, так, это и это. Все замечательно, все хорошо. Вот с этим аватаром, насколько я помню, там эта штука стоит 20 баксов. Кажется. Ага. Ну, мы по стандартной тактике. Раз, и, наверное, два, и завершить. Так. Первый режим. Первая игра в режиме битвы. Чувак, если ты вдруг меня там смотришь, знаешь... Чисто случайно попал, ты чего поставил? Чисто случайно попал на YouTube, решил посмотреть тактики колоды и увидел нас. Вот, пожалуйста. Привет тебе, насмешка, дар... Одна... А, древесный элементарь. Ну, хорошо. Так, что нам надо? Нам нужна сила вердуранская. Ты смотри, у нас есть ограничения по времени на ход. Вот что я заметил. Давай, наверное, поставим... Вот сюда. Вот так вот. Завершить. Че еще? Исследование дает степи, две маны. Хорошо, мы ее оставим на потом, она тем более у нас вдруг когда-нибудь да пригодится. Ты смотри, по бокам застраивает. По прямой не идет. А когда мы с вами играли против компьютера, там же... Ой, не люблю я эту карту. Когда мы с вами играли против компьютера, он все время шел напролом. Dead Space. Чувак, ты в честь игры, что ли, ник себе взял? Потому что есть у нас такая же игра, кстати, от создателей Dungeon Siege, по-моему. А может быть, нет? Я не помню уже. Да, существо, способность насмешка. Дарстали. Давай вот так. И, пожалуй, вот так. Ну, давай поставим, что ли. Отлично. Будем выдвигаться. Против игрока, это вам не против компьютера. Тут, я думаю, надо придется думать. Дар наносит 2 единицы вашему противнику. Один раз? Да, один раз. Он выставляет только специальные карты, заметьте. Ну, в смысле, ячейки. Местность. Блин, ну вы поняли. Кстати, друзья, если вам кажется то, что вы слышите музыку на гитаре, вам не кажется, это у меня за стеной играют соседи. Что у нас есть? Так, дар существу, хранитель тики. Надо вот так вот потихоньку простраивать. У нас еще дар стали есть. Ну, остальное, наверное, пока что... Оставим в прозапасе. Так. Интересно, а можно как-то у него профиль посмотреть или еще? Что мне очень интересно. Выйти, пауза, сдаться. Настройки игры. Показать количество земель. 2.0.1.0. 3.0.2.
Но это нам не особо-то как бы информативность и нужна. Это что такое? Канонир отдает способность дистанционной атаки дружественному существу. Фига. Две маны у него. Костер дает существу плюс 1-1. Круто, что еще могу сказать? Не, давайте потихоньку, наверное, выдвигаться будем. В каком плане? Действительно, в каком плане? Нет, нет, нет. Вот так вот. Отлично. И... Блин. Живи, друг. Надеюсь, справимся. Хранитель Тики. Плюс 2-2, еще 2 урона. Нет, мы тоже пока оставим. Сейчас мы вон туда еще вердуранскую силу воткнем. Посмотрим, чего у нас все это дело обернется. Тут надо в атаку лезть. Тем более, нам пока что не выпадали карты, которые позволяют наносить по одной единице урона. Тафи! Гел. В смысле? Я немного сейчас в шоке. Дает плюс один. Так, до тебя мы сейчас тоже доберемся. Значит, что мы делаем? Раз. Два. Три. Отлично. Кровавый певец наносит 1 единицу урона вашему противнику каждый раз, когда умирает вражеское существо. Или же тебя могу. Так, певец. Ну, я думаю, он его... Хотя нет, не убьет сразу же. Давайте, наверное... Вот сюда его поставим. А это мы прибережем. Вот так вот. Давай посмотрим, как у нас все будет развиваться. Но тем более, мне сейчас не особо важно, как бы выиграем мы здесь или нет. Мы с вами по заданию, то есть нам сказано сыграть один режим, одну игру в режим битвы. Вот мы, собственно, ее играем. Заодно посмотрим, каково это играть с живым человеком, а не против искусственного интеллекта. Как мы с вами обычно веселимся. Ну, давай. Думай уже, чем-нибудь, друг. У тебя столько возможностей, столько... Вот. Так. Ага, атаковал? Нет? В смысле нет? А-а-а. Вон чё. Он сейчас что сделал? Собственно... Последний сон добавил священную карту. Только нет... Смотрите, он поставил сюда чувака с насмешкой, чтобы мы атаковали его и никого другого. Вот, видите? Но сделаем мы что? Плюс 2 и 4. Плюс 3. Мана есть. Я могу уничтожить этого, могу уничтожить этого. Но в первую очередь уничтожу вот этого. Как? Делаем, допустим... Да давай, наверное, лес, на всякий случай. Так, теперь плюс 3 урона мы используем на этого. Вот так вот. И вот так вот. Хопа. Такс, теперь 7 здоровья или 6. Наверное, все-таки вот эту я использую. Хоп. Отлично. И чтобы этого друга у нас не убили, давайте-ка еще вот это ему прибавим. Надеюсь, немного, но проживем. Хорошо. Это что у нас мешку? Нет. И завершаем ход. Вроде бы живы. Вроде бы живы. Дистанционной атаки у него нет, но вот этим он, наверное, сейчас нашего друга убьет. Это, конечно же, будет минус. А друг-то у нас хороший. Ну, как я и говорил. Но он свое последнее слово сказал, 1 единицу урона нанес. И у нас 12!
Когда у нас стало 12? Что это такое? Дает существу плюс 1-1. Это существо получает 1-1 сюда. Хорошо. Ну, тебя сейчас мы завалим тоже. Ты особо-то и не переживай. Блин. У нас карт нет. Че? Ты сейчас туда кого-то поставишь? Кого-то с насмешкой? Кого-то с насмешкой, ну конечно же. Такс. Опять же минус. И у нас 10 здоровья, у него 17. А когда у нас стало 10 здоровья, я не могу понять. Просто когда? Дай мне карту какую-нибудь нормальную. Несколько карт. Дар стали. Ну куда мне плюс 3 урона? А, хорошо. Давайте, наверное... Да, я понимаю то, что только его отковать. Друг. Друг. Чё ж с тобой сделать-то, дружище-то моё? Давай карту, наверное, возьмем. Боевой огр. Ну, хоть ты меня как-то спас. Так, давай, значит, огр, 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 огр. У него будет. А что, если я с тобой просто... Ничего сделать нельзя. Плюс 3. 9. Хотя бы огра давай сюда поставим. Так. И, наверное... И так умру. А так он может эту атаковать. А сможет ли атаковать? Или можно дистанционно кого-то убить? Черт его знает. Да, я знаю, что у меня время на исходе. 2 урона, 3 здоровья, 3 здоровья. Так, так. Давай, наверное. Тогда делать нечего. Почему мне нанеслось? Почему? Ах, вон оно что. Главное, у него сейчас дальнобойщиков нет. Дальнобойщиков нет. Минуса ушел. Хорошо. Только у нас 8 здоровья, мать его. Так. Давай еще кого-нибудь с насмешкой поставь. Ну, чувак, я в тебя верю. Тебе меня убить совсем чуть-чуть, совсем прям, ну, ничегошеньки. Еще несколько твоих, как, которые у тебя были. А, по прямой решил пойти. Давай. Так, и чем ты меня удивишь? Да откуда ты их достаешь-то, а? Че у нас? Ходячая крепость. Отлично. Плюс 3. А если я вот... Почему? Блин, ну серьезно, но почему действуют именно так, а не в окружении? Это какая-то неправильная насмешка. Вражеское существо, находящееся на соседней клетке с этим существом. Но мы не на соседней клетке, мы находимся через одно от него. Но прям, ну никак не на соседней. Почему я отковать могу только его? Я вот этого хочу. Хорошо, давайте ставим, наверное... Карту бы, конечно, лучше взять. Так. Зеленых 2, эти 2. Давай так. А-а-а, крепость. Я хочу поставить ходячую крепость. Да я в курсе. Вот так вот. Прибережем. Мне интересно, как он сейчас поступит. Я этого атаковать вообще не собираюсь. Мне бы сейчас какому-нибудь лягушатину. Вот, кстати, да, может быть, немного перетасовать нашу колоду-то. Мы бы лягушатину взяли, его бы в лягушку превратили, и никакие бы 2 единицы урона нам не наносились. Это было бы нам очень кстати. Друг, ну давай, думай уже живей. Мне бы в обход вот так вот пойти. Там штука у тебя умерла, что ли? Или исчезла? Ну и что ты будешь делать, объясни мне.
Я в ожидании. Ты отошел назад? Серьезно? А если я пойду вот сюда? Получает плюс один каждый раз, когда вы создаете лес. А почему он создал два леса, я не пойму. Кстати, да. Ребят. Безудержный рост. А, создает две случайные клетки леса. Тогда если плюс один... У него было один здоровье. Почему стало четыре здоровья? Так, что мы можем сделать? О, пылающая саламандра! А мы тебя можем только туда поставить, да? Зараза. Было бы плохо. Ходячая крепость. Можем воткнуть вот сюда. И у нас останется еще 4 маны. Но я бы саламандру вот сюда поставил. Ох, как хорошо бы она зашла. 2 единицы урона. Давай воткнем ему ходячую крепость. Вот так вот. Так-с. И, наверное, вот так вот. Но, ага, все есть. Касательно этого. Дай-ка мне лучше еще одну карту. О, вердуранская сила, отлично. Сейчас мы тебе поставим. Нам главное, хотя, блин, если он нас атакует, у нас будет 6 здоровья. Он, наверное, сам не понимает, что мы творим. Да и мы сами не понимаем, что мы творим. Тут сейчас как-то приходится немного подумать. Чего? Еще лес поставил? Да ставь. Тебе просто лес ставить больше здесь негде, если только он сюда пойдешь. Или туда, или туда. Но в любом случае, этого завалить прям не составит труда. Я могу просто каждый ход идти вот так потихоньку. Либо он меня будет атаковать, либо мы дойдем до этого и все-таки будем атаковать его. А сейчас... Ну давай, атакуй мою крепость. У тебя просто выхода нет. Но... Dead Space. Давай, удиви кинетика. Компьютер ходил быстрее тебя. Несмотря на то, что он компьютер. А ты живой человек. Ну же, друг, думай. У нас как бы запись идет. Ты отошел? Добавляет случайно зеленую карту. Хорошо. Дух кровавый камень. Каждый раз, когда вы... Надо вот сюда вот так поставить, наверное. Так, что мы можем? В принципе, можем только его атаковать. Давай. Да, я знаю. Этим мы продвигаемся вот сюда. Тобой мы продвигаемся вперед. Саламандра. Блин. Саламандру бы вот туда как-нибудь поставить. Я преобразовать? Нет, никак не могу. Черт. Печальная херня. Так, 9 здоровья. Слушай-ка. Да, мы пока оставим. Если он нас атакует. А он нас может атаковать? В принципе, может. Давай тогда сразу, что ли, использовать на тебе. А, стой, погоди. Ты у нас еще... А, нет, никто не может, да? Все сходили. И ход заканчивается. Вердуранская сила. Опять же туда. Да. Давай ставим. И берем одну карту. О, красавец-то мой, я тебя пожалую. Наша любимая карта прилетела. Потихоньку выставляем армию к ним. Сейчас будем двигаться в напарку. У меня 6 здоровья. Смешно будет, если я вообще эту партию выиграю. Но, по сути, он должен вот так мне атаковать. Или вот так. Кстати, как раз интересный момент. Две насмешки. На кого пойдет атака? Серьезно? Друг, это ты зря. У меня тут еще саламандра есть, и вот это есть. Я еще могу нас... А, не, насмешку на него уже не могу использовать. Вот так вот. Хорошо. Значит, сейчас мы этим побеждаем этого. Или наоборот. Если он опять нам какой-нибудь сюрприз не выкинет.
Ну. Друг, тебе 17 здоровья. Мне вот этими тремя дойти до туда, я тебя вынесу. И он это, я думаю, прекрасно понимает. Взял одну маны. А у нас одна единица маны. О! Тоже насмешка, да? Ну, 2 секунды, одна, ну, что-нибудь. Так, что мы можем? Я отойти хочу, друг. Я вот этого друга хочу поставить вон туда. 11 здоровья. 7 урона. Фу. Так, дружище, ты ступай сюда. Только на свои могу поставить, да? Погоди, давай знаешь, как сделаем? Значит, 11, так, 6. Я знаю то, что сейчас, наверное, херню сморожу, но давай сделаем вот так вот. Раз. Теперь. Блин, на саламандру мана не хватит. Два. Блин, поставить бы ее вот сюда. Мне надо и одну маны, и... А, стой, погоди. А маны-то больше брать неоткуда. Зараза. Да-да, я в курсе. Ладно, давай тогда. И... Вот так вот. А почему? А, три маны. А, тупанул. Вот сейчас реально по-жесткому тупанул. Ну давай. У нас еще вот это чудо стоит. Его, в принципе, можно вот сюда поставить. И как-нибудь забронировать, что ли. Я хотел вот поставить сюда саламандр, то есть переконвертировать лес в горы и поставить саламандр. Я бы вот это чудо тогда снес. Это продолжает леса нарастать, вечно цветущая дымка. Тебе бы еще насмешку на нее, и цены ей не будет. Древесный элементаль. Ну, элементаль это так себе, это лавочка полный. Блин, нам надо сейчас срочно еще сколько нам будет? 3 маны дадут. Еще с этих соберем. В принципе, саламандра, я думаю, поставить хватит. Ах, вон-то как решил пойти. Так. 6 ман, отлично. 2 кровавых камня. Каждый раз. Ага. Значит, мы делаем. 4 маны, не-не-не, нельзя. Давай, значит, вот так вот, как я и хотел. Как я их... Ты охренел? Какого лешего? Чтоб тебе сахарная вата приснилась, а? Твою налево. Зараза. Ладно, давай хотя бы вот так. Ману забери, единицу урона нанеси. Блогер, саламандру. Я хочу поставить саламандру. Так он умрет. Так мы умрем. Блин, саламандра вещь хорошая. Здесь ману, а здесь ты. Да черт с тобой, умри. Но
принципе, карты должны кончиться, наверное. Скоро наши козырные. А, кстати, у нас есть хоть какие козырные карты? По-моему, больше-то ничего и не осталось. Вердуранская сила прошла. Кровавые камни, вот они. Ну. Нам бы еще нашего друга, который наносит одну единицу урон, когда вражеские существа погибают. Тоже было бы неплохо. Но он нам пока не выпадал. А может быть, выпадал уже давно-давно ушел. Такое чувство, будто сейчас вся серия останется непосредственно на битву с этим другом. Вот так вот. Ты решился. Ты дважды решился. И что теперь? А, ты хочешь ко мне пройти? Плюс 3-5. Походу не сработал, чувак. Одну единицу урон существу. И что тебе это даст? Объясни. Хотя, в принципе, можем пожертвовать вот этим. Или эту поставить еще раз сюда. Или не можем поставить его сюда. Так, огр. 6-9. Он уже 6. Ему главное сейчас не дать поставить еще где-нибудь лес. Хотя он может свои ячейки в лес переконвертировать. Саламандра, саламандра, толка от тебя нет. Блин, печально то, что я не могу вот это лес переконвертировать в землю. Что ж нам делать-то с тобой? В обход, что ли, пойдем? Так он нас... Так мы еще живы будем? Так он нас заденет. Давай выдвигаться. И нет, а ты стой на месте. Хотя нет. Ты иди вот сюда. И, наверное, используем... Хотя нет, оставим. Давай оставим. И возьмем еще карту. Что тут? Имперский страж насмешка. Здорово. Что еще могу сказать? Завершай. Хотя бы нанесем 2 урона. Еще надо будет вот сюда поставить. И что ты делаешь? Ну, продвигайся своей дымкой вперед, я не против. Или атакуй. 7 здоровья. У нашего огра 6 урона. Грызли. Такс. Хранитель Тики, плюс 2-2. Круто, конечно. Очень круто. 8. Давай вот так. Вот так вот. И иди вот сюда. А тут что с тобой делать? Боевой огр, наверное, поставим тебе вот так вот. И воткнем огра. Плюс 2-2. Потом поставим вот этого друга. И сделаем вот так вот. И все, и мы под защитой. Если только он еще нигде лес не поставит. Еще на всякий случай вот так этого друга сюда воткнем. Все. Замечательно. Продвигаясь вперед, одна единица урона нам тоже не помешает. Ну. У него 11 карт, у нас 9 карт. Ты как-то странно себя ведешь. Довольно-таки долгий у нас получился бой, уже где-то что-то около получаса. Я думал, все это у нас быстро завершится. Две клетки леса. Десять! Здоровья! Ты издеваешься? Серьезно, ходячий крепость, 6 урона.
Чем вновь тебя прикончить-то? 10, мать его, здоровья. В принципе, вот этих двух достаточно будет. Только этот и достанет, а этот вот нет. И у него все застроено лесом, кроме вот этих двух. То есть сейчас, наверное, так придется делать вот так вот, что просто не дать ему еще поставить лес. И тогда мы его вынесем. Что делаем сейчас? Что мы делаем сейчас? Ходячий крепость, на тебя маны нет. Давай, наверное, вот так вот. И завершаем. Хотя надо было еще вперед пройти. Он просто-напросто сейчас уже не сможет улучшить свою дымку, а дымку мы снести сможем вот этими двумя другами. Если, конечно же, он на нас попрет. Ну, Dead Space, думай. У тебя, даже не знаю, 4 карты, 5 маны. Ну, у меня 2 карты, 1 мана. Я могу вот эту штуку сюда поставить, и вот этим дойти, и вот этим, и 2 урона у Саламандры. Печаль-то какая. Только и Огром еще могу дойти. У него все козыри кончились, у меня все козыри кончились. Зашибись. Такс. Только бафы себе больше никакие не ставь. Я тебя прошу. А Саламандру мы можем поставить вот сюда. Или вот сюда. Сирийский голем, ты издеваешься? Личный убийца королевы. О, это шикарно. Это шикарно. Кстати. Эх, жалко то, что у нас еще нету. Личный убийца королевы — это вообще тема сейчас. Вот ему бы, этому другу бы сейчас еще насмешку. Так, давай мы, значит, берем карту. Насмешка. Костер 1-1, зашибись. Зачем мне это 1-1, я вообще не понимаю. Но давай мы поставим вот этого друга вот сюда. Плюс 1-1, не, оставим на потом. Так, Огр, давай выдвигаться вперед, наверное. Я сказал Огр. Ну, вождики. В принципе, Огр тоже давай выдвигаться вперед. Все мы сейчас будем выдвигаться. Хотя тогда он так он нас достанет. Нет, ты стой здесь. Завершай. У нас ходячая крепость еще есть. Может спасти положение. Блин, сейчас Че, не знаешь, что делать, да? Вот у нас личный убийца королевы появился. Ой, ну все. Если только он сейчас насмешку какую-нибудь не воткнет. Так-то этой дымке уже не жить. Ну. Давай, попробуй, убей. Засал, Лауч. Не, друг, против тебя мы ничего не имеем. Довольно-таки интересно поиграть с настоящим человеком. Тем более впервые. У нас впервые такая партия и такая длинная партия. Друг, ну вот дымки конец. Сейчас просто как бы делаем вот так вот и все, дымки нет. Имперский страж у нас идет в поле боя, как говорится. 10 здоровья. 8. В принципе, ходячая крепость. Давай. Так, теперь, значит, вот так вот. И, наверное, пожертвуем нашим другом. Сделаем вот так вот. Хоп! Так, теперь этим, наверное, будем... Хотя нет, зачем? Нет, ты стой на месте, стой здесь. Ты стой здесь. Ты стой, наверное, здесь. Хотя нет. Давай-ка вот сюда. Костер плюс 1-1. Нет, дай-ка мне еще карту. Или ману. Давай лучше карту.
Может, что путный появится. Рывок сокла, одну единицу урон существу. Ну, может когда-то пригодится. Пока что нет. Завершай. У него 13. Мы потихоньку наносим ему урон, пока стоим вот здесь вот. Это у нас прям, можно сказать, продержаться 13 ходов, чтобы он до нас никак не добрался. Это будет чистая, долгая, но чистая победа. Такая победа за счет маны. А если нам еще одного, кстати, а еще мы одного поставить не сможем, нас его уже убило. Убили. А так бы мы наносили ему по 2 единицы урона. Наверное, эту... О, нет, ну откуда он у тебя? Серьезно? Зараза. Ну ничего, сейчас огром добежим. Как-нибудь. Или наоборот от этого бегать, чтобы он нас не атаковал. И держаться 13 ходов, на протяжении 13 ходов. Вердуранская сила. Так. Но силу мы сейчас несем одним ударом. Блин, тогда он нас несет. У нас немножко костер. Огр. Так, давай, во-первых, вот так вот. Ману возьми, отлично. Объятие чаще плюс 2 и 4. Стоит ли? Или может на огра все пустить? О, огра у нас насмешка есть. Давай тогда сделаем следующее. Вот так вот. И... вот так вот. Отлично. Теперь имперский страж. Хочется, конечно, его вот сюда поставить, чтобы у нас одна единица урона нанеслась. Но... тогда его у нас убьют, и толк от этого не будет. Плюс 1, 1, плюс 2, 4. Давай, наверное, вот так используем. 15 здоровья у огра у нас есть. Можно сделать еще до 16 здоровья и 11 единиц урона. Вот так вот. Определенно. Этот бой у нас с вами пойдет в отдельную серию. Так что завтра по Фаере у нас... ну или уже сегодня, в зависимости от того, когда вы смотрите. А, ты вон как решил сделать. А я тебя вот так вот сейчас убью. Вот, у нас будет две серии. Одна вот чисто с этим парнишкой. Ну а вторая уже непосредственно по другим занятиям, заданиям. 11 урона. Сейчас бы вот тебя бы так атаковать. Поменять бы вас местами. Ох. Красота была бы. Боровой воитель. Отлично, спасибо, конечно. А ты кто такой? Каждый раз, когда погибает дружественное существо, случайно выбранное существо, в вашей руке получает плюс один. Тебя тоже сейчас убить. Хорошо. Мы можем убить этого. Два урона он нам нанесет. Да, давай-ка сделаем так. Потому что атаковать мы его не сможем. У нас должно быть как минимум одна ячейка между нами. Так что давай вот так вот. Хоп. И погоди, 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 вождь, да, насмешка, насмешка. 1-1, давай тебе еще вот так вот. Тебя вот так вот. Теперь, чтобы сейчас с тобой такое сделать-то, воителя, может быть, туда поставим. А давай поставим, почему бы и нет. Такс. И у нас есть только две маны. Раз. Два. Вот так сейчас сделаем. И ему должно нанести сейчас 2 урона. В принципе, он уже не желез, друзья. Мы победили! Да!
После долгой, изнурительной битвы, на черт побери, мы победили. Я понимаю, то, что не конец боя, но я смело говорю, это победа. Он ничего не сможет сделать. Он просто ничего не сможет сделать. Ну давай. Да, он сдался. Он сдался. Победа, друзья. Долго, мучительно, но первая битва в обычном режиме, и у нас победа. Dead Space, чувак, спасибо тебе за игру. Прям большое спасибо. Первый опыт, как говорится. Первый опыт битвы. Ладно, продолжаем. Задание завершено. Продолжить. Окей. Первая победа дня. Да, 20 монеток нам дали. Используйте 20 нейтральных карт. 13 мы использовали. Что ж, давайте мы на этом серию закончим. Отдельная битва у нас была с этим персонажем. Еще раз, чувак, Dead Space, если когда-нибудь увидишь этот видос, большой тебе привет и респект, и спасибо за битву. На этом, друзья, заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Кинетик, это Фаэри. Вот такой вот бой у нас с вами вышел. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.